Привет всем! Сегодня хотел бы рассказать о новом ICO для инвестирования. Направления инвестиций на сегодняшний день настолько обширны, что каждый человек может выбрать что-то себе по душе. Но более перспективным и прибыльным все же остается рынок криптовалюты, который предлагает быструю прибыль при правильном подходе к выбору проекта для инвестирования средств. И поскольку многие мои подписчики постоянно находятся в поиске надежного ICO, я постоянно провожу мониторинг рынка в поисках подходящего проекта. И поэтому сегодня на очереди еще одна ICO-компания, на которую возлагаются большие надежды. Так давайте рассмотрим более подробно сайт компании и ознакомимся с информацией, что представлено на нем. Сразу стоит отметить, что интерфейс предусматривает возможность смены языка на выбор пользователя, что очень облегчит работу сайтом для многих пользователей. После выбора нужного нам языка можем сразу приступать к ознакомлению с проектом и его особенностями. Первый блок дает нам возможность кратко ознакомиться с нишей работы ICO-компании и оценить актуальность проблемы. И стоит отметить, что тема действительно актуальна, а учитывая, что над проектом работает настолько профессиональная команда, он становится достаточно перспективным. Также мы можем увидеть на сайте подробное описание проблемы и пути ее решения, которые предлагает команда. И такой подход достаточно интересен и в действительности поможет решить все вопросы, которые поставят перед командой во время работы над проектом. И, конечно, можем увидеть раздел распределения токенов и на что будут потрачены собранные средства. Как можно заметить, внушительная часть денег идет именно на развитие, что поможет качественно реализовать идею, над которой работает команда. В результате чего мы получим хороший проект, который сможет конкурировать на рынке. Кроме того, немалая доля финансов направлена на маркетинговую кампанию, что тоже приведет к повышению спроса и добавлению новых участников, а значит, повысит рост цены токена. И не забудьте о блоке «Карта развития», которая описывает каждый этап, стратегию продвижения, а также отмечает пройденные этапы и показывает планы на будущее. Сегодня команда уже прошла большую часть из них, и скоро разработка завершится, и проект уже полностью сформированным выйдет на рынок. Поэтому инвестировать выгодно именно сейчас. Особое внимание для анализа нужно обратить на социальные сети, ведь там можно прочитать все самые свежие новости и узнать, что нового происходит в проекте. А также можно пообщаться с командой в социальных сетях и узнать ответы на волнующие вас вопросы. Это, как правило, помогает принять решение по поводу вложений в то или иное ICO. Рассматривая это ICO, можно заметить, что его деятельность достаточно актуальна, а значит, в перспективе принесет неплохую прибыль своим инвесторам. А именно это нам и нужно. Решать, конечно, вам, но, как мне кажется, проект обладает большим потенциалом, и вложить в него уже сегодня будет хорошим решением. Надеюсь, данный обзор был для вас полезен. Всем пока!